Да, где в этой встрече она не сильно меняет общие шансы команды. Но нам не хотят ничего показывать, пока, правда, применительно к этому моменту, даже удивляет меня это, если честно. Давайте заново. В этом игровом эпизоде извинился перед партнерами за то, что сыграл не точно Давид Захар. Так, от правого фланга, проникновение в штрафную, опасная ситуация, надо забивать. Ну как же неудачно сыграли сейчас ростовчане в обороне. Прозевали этот контрвыпад, ну а передача под удар была изумительной. И промахнуться просто-напросто нельзя было в такой ситуации. Амкар наказывает своего соперника во время этой молниеносной контратаки. Счет открыт 0-1 на 11-й минуте. Ждем повторов и будем разбираться, как же так. Почему ростовчане оказались не готовы к этому контрвыпаду. Ну вот здесь... Бежал, другой не успел. Отличная передача. Александр Коломейцев режет угол и делает пас.